Краснодарский храм пророка Божия Ильи отметил престольный праздник богослужения, возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Сидор. Краснодарский храм пророка Божия Ильи построен горожанами по обету в честь избавления Екатеринодара от холеры. Первый камень в основании был заложен в 1903 году. С тех пор и стоит на углу Посполитакинской и Пашковской этот небольшой уютный храм. В праздник святого пророка Божия Ильи прихожане встречали правящего архиерея, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Новейшая история храма начинается в конце 80-х годов прошлого века, когда он был передан властями верующим. Сегодня храм возглавляет протоиерей Дмитрий Болтонов. Помолиться в такой праздник вместе с настоятелем и владыкой пришли священники городских храмов. Небольшой алтарь с трудом вмещал собравшихся. В этот день владыка-митрополит совершил священническую хиротонию диакона Краснодарского свято-иоанновского храма Ильи Курко. Пророчествует Илью, благоговейнейшего диакона, во пресвитера, помолимся в бане. Много людей собралось на престольный праздник в стенах Ильинского храма. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа. Традиционно много в Ильин день было и причащающихся. Как всегда, на праздник совершили крестный ход. На четырех сторонах света останавливались, молились. Владыка кропил всех святой водой. По завершении службы с архипастырским словом к верующим обратился правящий архиерей. Святые отцы называют один из самых великих почитаемых святых после Спасителя, Богородицы, это Илья Пророк, Николай Чудотворец, нас в России. Владыка подчеркнул значимость нынешнего праздника в сегодняшний день. Спасибо, Господи, в ответном слове правящего архиерея поздравил настоятель храма протоиерей Дмитрий Болтонов. Завершилось празднование традиционным угощением, которое было предложено верующим в небольшом храмовом дворике.